В экспозиции вся жизнь художника. Выставочный зал пестрит натюрмортами и пейзажами. С буйством красок портреты взирают со стен с завидным спокойствием. В каждой картине отражение, будь то светлые блики солнца или задумчивый взгляд. Здесь абсолютно грамотный художник со своим ощущением цвета, грамотной композиции, очень яркий, живописный. Мы даже сами музейщики не ожидали, что получится такая выставка. В Бобруйск Абрам Островский приехал после войны. Здесь у него появилась большая семья и друзья. Здесь прошла трудная, наполненная работой жизнь. Творчество художника демонстрирует глубокий внутренний мир. Картины в жанрах соцреализма и модернизма приоткрывают завесу тайны, впускают во вселенную души творца. Что для меня открытие художника? Художник, воспитанный в соцреализме, уровень, извините, Московский художественный институт, и вдруг у него появляются крылья. Он начинает писать. Одна из главных деталей – вдохновение. В натюрмортах прослеживается тонкий отпечаток экспериментов Сезанна. Этюды навевают мысли о Матиссе. Работы Абрама Островского полны жизни, радости, индивидуальности. Он был очень хорошим отцом, он был очень хорошим дедушкой. Он был очень хорошим человеком. Очень, ну, таким скромным. Порядочным, добрым. Оценить экспозицию и пройти по дороге жизни художника вместе с его работами можно по адресу Максима Горького, 28, с 10 до 19 часов. Ольга Васенда, Юлия Черепко, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.